Привет, девчули, как у вас дела? Все хорошо? Так, куда бы это сделать? Вот так, наверное. Oh my God. Ну, как вы поживаете, мои милые, дорогие? Я вся в попыхах. Только пришла домой. Так хотелось и мелочек, и глинку. Ну, покушаем, наверное, знаменский и голубую. Просила у меня Алия Гимраш, Лилия Капита и Аяна. Они хотели, в общем, глину и смело. Правда, просила у меня Белую гору. Вроде бы, да, девочка? Нет. А, нет. Просто смело. Но я решила со знаменским поесть. Так что знаменский и голубая. Мирабалар таки пчелыры. Бегем без нынки узбеки. Мави килимис, хэмдэ, шыну ады знаменский. Айдияр, знаменский, блю Узбекистан. Ой, какая Маша молодец вообще, вот лишь бы все вылить. Ну что, поехали, мои дорогие. Спасибо вам, кто подписывается на мой второй канал. Там тоже у меня видео с глинками, поэтому заходите, смотрите. Подписывайтесь. Я тоже там также кушаю. Думаю, пока у меня других видосиков нету, пока будем так. Шедевр. Сегодня мы глотаем. Маша сегодня глотает. Какой вкусный знаменский. Обалдеть. Будем сегодня так. Макать и кушать. Смаковать. Вкусно. Даже воду не хочу пить. Ну и мои тортики. Прага, Наполеон, трюфельный. Решила купить сегодня. Что-то сладенького захотелось. Тады вакадар взяльки и на алмаз.
Вкусно. Крупиночка до конца. Вкусно. Ну все, мои дорогие, я наелась. Просто мелочек даже остался. Только что выпила йогурт. Почти пол-литра.
Не знаю, просто что-то холодное, ледяное хотелось и без остановки. Как начала пить? Вот так я весь выпила. Ну, спасибо, мои дорогие. Люблю вас, целую, уважаю. Подписывайтесь на мой второй канал, там тоже завтра будет видео обязательно. Так, пчелары, bye-bye, save your appearance, my dear, bye.